Вон, видео решил заснять, как я на лодке плаваю. Вот мои шмотки, там лежат сумка вот от лодки. Сигареты, вот тряпка и контейнер. Он нужен для того, чтобы вот мобилку туда класть, ну, класть, мобильные телефоны, там, чтобы мало ли, если лодка перевернется, там, чтобы мобилку не угробить, вот. Обычный контейнер, вот, и прицепляется вот к лодке он. Так, такой девайс вот. Простой и очень эффективный. Вот остров. Вот этот, блядь, если получится мне заснять вот такой вот остров, который, как ни странно, вот каждый год передвигается в разные места, блядь, как будто он живой. Вот. Он еще один остров. Вот. А вот я вот сижу, короче. Отдыхаю, блядь, тут вот пиво. Стакан пива еще стоит. Вот этот остров такой вот непонятный, блядь. Маленький, главное. Размера маленького, но я на него вставал. Помню, еще весной, блядь. На этот остров. И вот там еще стоит. Собственно, вот я хотел еще обзор сделать про лодку. Довольно неплохая модель и прочная. Как бы. И стоит не так дорого. Если вот чисто на рыбалку, ну, для двоих, для рыбалки, там, для мелких, да, ну, как мелких, там, допустим, по Волге, ну, вдоль берега поплавать, самый оптимальный вариант. Ну, и для пруда это вообще самый оптимальный вариант. Ну, такая вот лодка, собственно. Вот этот остров, блядь, я вот прикрепился, если видно, вот эту веревку прицепил тут на куст. И он этот остров движется, блядь, вместе с лодкой. Как будто там леший, блядь. Глава лешего, как будто поход делал. Ну вот. Все такое вот тут вот. Надеюсь, вам показал. Короче, с вами был Леха. Вот. Ну, кто знает меня, тот поймет. Вообще, счастливые чуваки, вот, в принципе. Что я хотел показать. Вот обзор лодки. Вот и все. До новых встреч.